Здравствуйте! Позвольте представиться. Меня зовут Ярош Людмила. Я живу в столице Республики Беларусь, в городе Минске. Я обладатель абсолютного музыкального слуха, профессиональный музыкант и веб-дизайнер. А еще последние 4 года – мама. Я неспроста перечислила все эти составляющие, ведь именно они стали предпосылками возникновения продукта, который сейчас будет представлен вашему вниманию. А пока что немного предыстории. Став мамой, я задумалась о том, какой же музыкальный старт я смогу организовать для своей любимой дочери, когда она созреет для занятий музыкой. Со временем, наблюдая за ее проявлениями и интересами, я поняла, без воображения, юмора и ролевых игр нам не обойтись. Радужная коллекция для малышей – это продукт творческого озарения, объединяющий музыку и дизайн. Музыка может не только красиво звучать, но и выглядеть. Актуальность данной работы заключается в том, что далеко не все музыканты в процессе обучения музыке дружат с сольфеджио и достигают высот в развитии своего музыкального слуха. Игры же малышей с музыкально-теоретическими радужными квестами – это шаг навстречу музыке. Игра с радужными карточками для большей эффективности создана преимущественно для занятий в паре – учитель плюс ученик. Но при желании можно работать с ними и в малых группах. Главная цель игры – заложить фундамент для развития идеального музыкального слуха будущего музыканта. Задача игры – учить слышать, сравнивать, различать и отгадывать музыкальные звуки. Заострять внимание малышей на разнообразии взаимодействия между самими звуками. Развивать музыкальную память в отношении звуковысотности. Развивать воображение и образное мышление. Развивать внимание, усидчивость, речь, коммуникативные навыки, знакомить малыша с сольфеджированием и многие другие. Во время данных квестов рекомендуется выстраивать с малышом диалоги, задавать ему вопросы, играть с ним эмоционально и с юмором, а также хвалить, подбадривать и поощрять маленького музыканта. Играть в радужные игры очень просто. Выберите карточки, которые таки просятся в руки именно в этот раз, быстро придумайте мини-сюжет, подберите подходящие под него миниатюрные игрушки и пригласите малыша в игру. Импровизация вам в помощь! Что касается музыкальных инструментов, лучше всего начинать с радужных колокольчиков и только потом добавлять металлофон и фортепиано. Радужная коллекция для малышей насчитывает 30 наборов карточек на излюбленные детьми темы. Комбинируя их между собой, можно создавать огромное количество маленьких историй. И да, номинация Digital Art в данном конкурсе выбрана не случайно. Ведь вся эта коллекция не только создана посредством новейших компьютерных технологий, а еще представлена в моем онлайн-магазине в виде zip-архивов для скачивания. На этом мой рассказ заканчивается, а презентация коллекции только начинается. Прикасайтесь к музыке с любовью!